Власти крымской столицы борются с нелегальными строениями. В Симферополе собираются снести 229 незаконных объектов. Решение приняли на заседании в администрации крымской столицы. Кроме этого, демонтаж коснется 20 капитальных объектов и 30 НТО. Всего комиссия рассмотрела материалы о 274 нелегальных объектах, среди которых капитальные строения, киоски, павильоны, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции и ограждения. Отклонили лишь 45 предложений о сносе по причине оформления документов о передаче в аренду земельных участков.